Ты еще раз так делал? Ты еще раз делал, только один проебал. Ну ладно. Блять, я уже набрал снега. Но здесь меньше надо. Так, мы, как известные опытные следопыты, опять нашли следы невиданных зверей. А чьи именно это следы, я вам сказать точно не могу. Но скажу точно одно, эта тварь не из нашего мира. Ага. Еще какие-то следы. Ага. Они как-то странно тут еще и раздваиваются. Ну она, видимо, шла по своим следам обратно. Как будто одноногая лиса встретилась с еще одной одноногой лисой. И дальше они все равно обе остались одноногими. Ну что, как опытный следопыт, вы считаете это место лучшим для астрофотографии? Да, это потрясающее место. На самом деле, мы выслеживали его годами. Ага. Пришлось исследовать весь север Карельского перешейка. Сам перешейк, восток. Вот, наконец, спустя годы мотарств мы на месте. Сейчас мы будем снимать одно из лучших сияний. Это вот это вот, которое накроет россиян, да? Да, да, да. Ага. Про него писали, вы наверняка в газетах читали. А у вас, как у опытного ловца этих самых странных сияний, под этой желтой шапочкой есть прослойка из фольги? Конечно, конечно. Что вы? Ага. Не хочется потерять разум. Это правильно. Вот так вот. Вот так вот и выглядит охота на северное сияние в наших секретных местах. Ой, закрыть, закрыть. Что, как впечатление? Ну, потрясен? Да, это то самое, как его, магнитная аномалия, шторм необычайной силы, который открыл. Алексей, как опытный человек, как вы считаете, участившиеся случаи, когда неопознанные летающие объекты появляются в Ленинградской области, связаны с колоссальной геомагнитной активностью последних конечно, дней? Конечно, конечно, они связаны. Вот, она, эта геомагнитная активность обычно как раз и связана. Это фонят эти тарелки. То есть это да, последствия движки, работы двигателей? Электрические двигатели, они очень сильно... влияет на магнитное поле. Ну хорошо, а что делать нам, простым обывателям, дачникам, любителям собирать грибы? Ферромагнитные колечки на Алиэкспрессе покупать и делать из них кольчугу. Отлично, спасибо. Бежим по ссылочке в описании к этому видео покупать ферромагнитные колечки в нос и в уши. Довольны ли вы сегодняшним уловом? Ну, в целом, это было потрясающе. Меня просто до глубины души это тронуло. Пронзило вас этим геомагнитическим возмущением? Да, да. Возмущением меня пронзило еще каким относительно того, что прогнозировалось и того, что было. Но что-то все-таки было.